Слушайте, обалдел от сегодняшнего дня голосования. Знаете ли вы, что в нашей стране нынче обнаружились регионы, где наблюдалась стопроцентная явка избирателей, и это не регионы Северного Кавказа, это, например, Камчатка или Чукотка. Красота, согласитесь. Я бы все это дело охарактеризовал, наверное, не выборами 2018, а, ну, например, лживая лотерея 2018. Кстати, организаторы этой лотереи даже не потрудились билетов выигрышных, ну, хотя бы 100-рублевых напечатать, начиная. По поводу так называемых каруселей, хотелось бы сказать, вся почта с самого утра завалена сообщениями на эту тему. Из Перми человек пишет, целый день возят по городу ватников автобусами. Затем из Челябинска примерно то же самое. Из Ростова, вот пишет зритель, да, говорит, подъезжает к участкам какие-то машины с какими-то людьми или просто толпы организованно откуда-то появляются. Непонятно, что за люди, и никто толком данный феномен объяснить не может. А вот хочу показать вам одну очень показательную фотографию, точнее стоп-кадр с камеры наружного наблюдения с официального сайта ЦИК. По-моему, где-то на Чукотке она сделала. Посмотрите, внимание. Внимательно посмотрите на эту фотографию, обратите внимание на время в левом верхнем углу. 8 часов 2 минуты. Избирательный участок только-только открылся, а народу уже как в советское время за колбасой набилось. Нет, я, конечно, могу себе представить, что люди очень хотели проголосовать, но вот прям хлебом их не корми, дай бюллетени возможность волеизъявиться. Но, ребят, я не настолько идиот, чтобы поверить, что в воскресенье в 8 утра люди подорвались и бегом побежали на избирательный участок. Им что, заняться нечем, да еще такими толпами. Если бы это произошло в конце дня, ну, я бы, может быть, еще сделал вид, что я, ну, хоть как-то в это верю, допускаю, да, что человек сидел целый день, думал, пойти, не пойти, там, тоже отслеживал всю эту ситуацию и в какой-то момент решил, нет, все-таки пойду. Допускаю, что кто-то из тех, кто не голосовал, так же, как и я, к вечеру пришли на избирательный участок, но я-то пришел проголосовать, а кто-то, например, пришел, чтобы просто посмотреть, что на самом деле происходит, вот это я допускаю, но чтобы к 8 утра... Толпами, не сговариваясь, люди приходили на избирательные участки, вот так к самому открытию. Слушай, ну это что, концерт Стаса Михайлова, что ли? Вот так в мусорном ведре, возле одного из домов в поселке Артемовском, мы нашли кучу бюллетеней. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бюллетеней. С разных участков. Один номер 343 избирательный участок, а другой номер 345. Все с печатями, с бланками. Все бланки за одного кандидата, за действующего президента Путина ВВ. А вот это вот видео стало хитом Рунета. Прилетело из Сибири, где местные ребята нашли целую стопку бюллетеней, причем уже заполненных бюллетеней, за конкретного кандидата заполненных. За какого именно, сами догадаетесь или подсказать. Ну, я думаю, все это видео увидит вся страна сегодня и завтра в течение дня его посмотрят. Оно уже растиражировано по соцсетям, и только Памфилова его не заметит. А если даже и носом ее ткнут, скажут, ну, посмотрите. Я больше чем уверен, она скажет, ну, фейк, ребят, фейк. Ну, а кто бы сомневался? Лежали аккуратно в ведре, аккуратно свернуты. Все с печатями, штампами. Вот они, пожалуйста, с голограммами, с подписями. Вот так проходят выборы. Фальсификация чистой воды. Утешает другое, что бюллетени эти оказались все-таки выброшенными не в урну, а в мусорку. То есть, видимо, дали кому-то ЦУ, сказали, вот тебе, парень, стопка бюллетеней, и в самый подходящий момент ты их, пожалуйста, брось в эту урну для голосования, ну, в какую-то там. Но человек поступил по совести, может, просто испугался и просто выбросил их где-то на свалку, на помойку, на мусорку, не знаю. Ну, хотя бы такая маленькая, но все-таки победа. Вот еще одно кино, на этот раз прислал зритель из Германии. Там совсем другая технология, обкатывалась. Смотрите. Захватил газету на работе, вот. Ее уже выпустили, в киосках продают, вот, смотрите. Где тут, блядь, дата? 17 марта, суббота, гамбургская.
Ну, сам прикол в том, что переворачиваем страницу. Вот она. Бильд поздравляет Владимира Путина с победой на выборах. Походу, немцы уже кивнули еще вчера перед телевизором. Нет, конечно, никто в том Мюнхене не кивал телевизору, но технология это тоже хорошо известна. Применяется она в тех случаях, когда нужно, чтобы люди не пришли на избирательный участок. Давайте на пальцах объясню. Выглядит это буквально так. Делается дубликат какой-то известной газеты или, может быть, титульная страница какого-то уважаемого интернет-агентства. Люди же в этом все равно ничего не понимают. Да, настоящая эта страница, не настоящая, настоящая, не настоящая газета. И затем где-то она распространяется среди нужной целевой аудитории. Ну, как вот этот вот, например, парень получил эту газету на работе. Кто-то же ему дал, недаром она там оказалась. Заполняются такие газеты фейковыми новостями. А дальше происходит то, что происходит. Человек читает, человек начинает злиться, раздражаться. И просто на такие выборы нормальный человек уже не пойдет. А дальше делай, что хочешь. Вот, пожалуйста, применяй технологию вбросов, карусели и бла-бла-бла. А вот это уже мой избирательный участок. Я туда пришел под вечер, прямо перед самым закрытием. Мне было действительно интересно посмотреть, какое там общее число избирателей, сколько народу в принципе волеизъявилось в течение дня. Затем высчитать, каков был реальный процент и явившихся. Посмотреть заодно вот на тех самых наблюдателей или там активных бойкотеров, которые говорили, да, голосовать не буду, но в качестве наблюдателя пойду. Ну смотри, народу-то немного. А не подскажете, много народу вообще было сегодня? Здесь съемка запрещена. Нет, мне можно. Почему? Потому что я журналист, официально зарегистрирован в СМИ. Журналисты у нас регистрируются. Я не знаю, где они регистрируются. Официально я аккредитован в избиркоме. Могу документы предоставить. Много народу сегодня приходило? А? А примерно участок здесь сколько человек? Сейчас, конечно. Итак, к цифрам. 2300 человек у меня на участке. Пришли мы, как я уже сказал, где-то перед самым закрытием, около 19.00. К тому моменту проголосовало 838 человек. А вот наблюдателей я вообще никаких там не нашел. Хотя, может, и были какие-то, но вот независимые были вряд ли, потому что встретили меня... Ну, очень недружелюбно, особенно после того, как я представился, действительно начал снимать, меня спросили, почему снимаете, я сказал, кто я есть, ну, вы сами видели. Право мне мешать. Не да. Имеете права, вы мне мешать. Вы не имеете права снимать, только общий план. Хорошо, я снимаю общий план. Общий план, пожалуйста. Вы не имеете права мне мешать. Я вам не мешаю, общий план вы можете снимать. Ну и о чем тогда, ребят, мы говорим? О каком активном бойкоте? Явка, ну вот она, реальная явка. Сами посчитайте, 900, предположим, 900 человек от 2 с лишним тысяч избирателей, ну это 30-35-37%. Вот она, реальная явка. Но за счет непришедших, за счет вбросов, за счет каруселей, я уже объяснил, что чем меньше народу приходит, тем больше вариантов для вбросов. Я не удивлюсь, что через час она будет там 80-90%. А то и 100%. Где были наблюдатели? Тоже, повторюсь, не заметил. Нет, кто-то скажет. Да были наблюдатели там. И было действительно достаточное число избирателей на каких-то участках. Но это где-нибудь на каких-нибудь центральных участках. Я же живу в спальном районе. Сколько таких спальных районов еще по городу, куда ни наблюдатели не доедут, ни журналисты, и где избиратели, в общем, отнюдь не активны. Ну, ребята, в общем и в целом, то, о чем я говорил всю эту избирательную кампанию, мы сами сделали такой выбор. Ну и прежде чем попрощаться, вот хочу, знаете, какую вещь сказать. Сейчас по телевизору на неделе идет неплохой сериал «Золотая Орда». Она начинается, а к чему я его вспомнил, просто вчера вечером смотрел, там позавчера, так по одной, по две серии посматриваю. Вы знаете, я уже не удивляюсь, почему мы 300 лет под татаро-монгольским именем ходили. Мы тут-то 20 лет ничего не хотим поменять, но, видимо, еще 280 будем примерно так жить. Все, это была реальная журналистика, и сегодня вот так. Поздравляю вас с наступившей уже даже не пятилеткой, шестилеткой для нашей страны. Ребят, пока, пока!